Приветствую всех зрителей, подписчиков канала «Уральская усадьба». Сегодня будем монтировать теплицу «Дачник 3М Крепыш». Разгрузились, приготовились. Начинаем монтаж. Собрали каркас, обшили торцы. Поставили, наживили боковые стены, прикрутили коньки, уголочки. Все, сейчас будем перекрывать крышу, сверху конек и обрамление на крыше. Вот и закончили монтаж теплицы «Дачник 3М Крепыш». Сваренная конструкция с профильной оцинкованной трубы. В торцах 20 на 20, прогонная часть связи 20 на 20. Частично 20 на 40 в торцах на дверях. Дверные проемы двери. Арки сварены с трубы 40 на 40, 40 на 20. Усилители. Все швы обвалены по кругу. Значит, полимерно-порошковый окрас цвет шоколад. Фундамент теплицы брус 100 на 100 пропитан антисептиком, плюс стоит на бетонном ленточном фундаменте, закреплен на уголки, на анкера. Все мощно, надежно. Поликарбонат новатора 0,75 плотности, 4 мм толщиной. В теплице установлено 4 нитки системы подвязки, укосины для большей жесткости конструкции. Вот, все классно, четко. Дальний торец форточка, здесь цельная дверь. Обрамление уголок 50 на 50, на крыше и боках, в торцах и сбоку, наверху конек. Все соты поликарбоната защищены торцевым профилем перфолентой. Все классно. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, заказывайте металлоконструкции. Всем пока!